Купили в магазине виноград. Понравился вкус. Размер кисти. Но не знаете, как называется сорт. А давайте вырастим этот виноград самостоятельно. Возьмем с него обыкновенные косточки и посадим в землю. И вырастим точно такой же виноград, но не из черенка, а именно из косточки. Смотрите ролик до конца. Расскажу все нюансы при посадке винограда косточкой. Съели виноград, а теперь семечки просто собираем и высушиваем. Сушим их от 3 дней до недели. У меня вот уже готовые семечки. Виноград я кушал на работе. Они у меня сохли 5 дней. Готовые семечки. Теперь нужно сделать предварительную обработку. Я уже семена подготовил вот эти. Одну семечку я оставил специально, чтобы вам показать, что я с ней делаю. Ой, упала. Куда она упала? Не видел. Вот она. Нет, не она. Вот она. Вот, одна семечка у меня. Одну семечку я подготовил. Обрезаем именно вот этот острый кончик. Буквально миллиметр его подрезаем. Обрезать можно бокорезами, как она, для кутикул. Можно такими бокорезами подрезать. Можно обыкновенными маленькими ножничками. И теперь эти семена... Кстати, вы смотрите канал «Улетный батя». И теперь эти семена мы просто забрасываем в воду. Закидываем. Можем даже вот так вот помешать. Все, что утонуло, нам подойдет, чтобы сажать. Все, что плавает, вот видно, которые семена плавают, их можно выкидывать. Это пустышки. Все, что утонуло, мы будем сажать. То есть их я вытаскиваю, это мусор. И теперь эти семена я оставляю в прохладном месте на 2-3 дня. Они должны вымокнуть. Их будет сразу видно, семечко раскроется. После того, как семечко раскроется, мы ее заворачиваем в тряпочку, в марлю, можно в салфетку. Во влажную, в воде не должно находиться. И ставим в холодильник. Буквально через 3 дня после того, как мы завернем в тряпочку, после вымачивания, вырастет корешок. Один беленький, но его еще сажать рано. Надо дождаться, чтобы из этого корня пошла развилка, второй корень. И только тогда мы будем сажать в землю. Каким образом я это буду делать, вы можете увидеть, если подпишетесь на канал. Дальше в видеороликах я буду вставлять фрагменты, как я выращиваю виноград и семечки. Небольшие, коротенькие, секунд по 20 будут вставочки. Чтобы не пропустить это, можете подписаться на канал. Досмотрите ролик до конца, можете поставить большой палец вверх, если ролик вам понравится. Ну а не понравится, спасибо за то, что досмотрели хотя бы. Как мы сажаем? Берем стакан. Ну, сажать я буду не в стаканах, а буду делать стаканы из пленки. Кстати, на канале у меня тоже есть видео, как я делаю стаканы своими руками. Засыпаю его землей, этот стакан полный. Сверху плашмя ложу семечку с проросшим корешком. И присыпаю сверху сантиметровым слоем обыкновенной земли. Можно также после того, как вырастет росточек, можно замульчировать еще и опилками перепревшими. Кстати, как готовить опилки, я вам тоже расскажу в следующих видеороликах. Вот, в принципе, и весь способ посадки. Смотрите мои следующие ролики, смотрите предыдущие ролики. Может быть, тогда мы с вами и подружимся. А сейчас спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вами я, Санек, и вы на канале «Улетный батя». До новых встреч. Пока-пока.